А вот что вы увидите далее. Тротуар, который автомобилисты превратили в проезжую часть. Попытка освободить пешеходную зону от машин едва не закончилась дракой. Итак, в Воронеже общественники решили проучить водителей, которые превратили тротуар в проезжую часть. На вежливые просьбы автомобилисты ответили агрессией. Некоторые даже начали бросаться на камеру. Успокоить хулиганов удалось только полицейским, приехавшим на место. Впрочем, в нарушениях общественники обвинили в том числе патрульных. Все объяснит наш корреспондент Михаил Ширин. Площадка перед торговым центром активно используется жителями для парковки автомобилей. По мнению активистов, делать это нельзя. Все пространство здесь сплошная пешеходная зона. Тротуар. Вы на тротуаре поставили автомобиль. Это парк. Ну нет, ну, знак АП нету. Знак 64 нет. Тротуар. Въезд есть? Въезд для погрузки, разгрузки есть. Есть. Вы кто вообще? Я пешеход. Активисты вызывают инспекторов ДПС, которые должны штрафовать заехавших на тротуар водителей. Но подходят к делу они неохотно. Пусть документы передаст. Чего вы его отпускаете-то, сотрудник? Ну, можно, чтобы он передал документы, остановить. Полицейские уверяют, работают в обычном режиме, не успевают подойти ко всем сразу, не хватает людей. Да и вообще, по их словам, ситуация неоднозначная. Мол, официальной стоянки здесь нет, но есть парковочные карманы. Вы поинтересуйтесь сначала у администрации, где здесь запрещающие знаки, где разметка и так далее. А потом поинтересовался, есть ответ. Так вот, вам нужно обращаться именно туда. Есть ответ. И спросите, кто проектировал вот это здание, кто делал карманы специально. Борьба за безопасный тротуар продолжается до позднего вечера. Большинству нарушителей оказывается достаточно устного предупреждения. Так, а здесь конструктивно как раз есть карман вроде бы. Ну, конструктивно есть, но это тротуар, да, правильно. Это незаконно здесь сделали, поэтому я не могу ничего сделать, да, с этим. Хорошо, Реконструкция будет, но когда, непонятно. Дали ответ. Спасибо, до свидания. Находятся и те, кого повышенное внимание раздражает. При виде камеры они бросаются в бой, даже несмотря на присутствие полицейских. Руки убрал. Руки убрал. Да? А да. Если уберу? Не уберешь, посмотришь, что будет. Камеру свою убрал. Руки отсюда. Убери. Умник ты. За стараниями общественников с интересом наблюдают собравшиеся зеваки. А вы имеете право меня снимать? Я не совершеннолетний, звоните моим родителям. Не отстают и взрослые. Так этот мужчина уверен, общественники здесь сугубо из корыстных соображений и просто зарабатывают деньги, выкладывая снятое видео в интернет. Мало денег на этих самых. Каких денег? Вы о чем говорите? Одно, я знаю, кто ты есть. Я знаю, кто вы есть. Ну, кто я? Хамонарушитель. Пошел. Ну и сам иди туда. Несмотря на все сложности, усилия не напрасны. К полуночи обычно полностью заполненная незаконная стоянка практически очищена от машин. Ее дальнейшей судьбой займутся в администрации города. Активисты выдвинули предложение убрать вводящие в заблуждение парковочные карманы. Михаил Ширин, экстренный вызов.